К другим темам переходим. Киллеры стреляли из пистолетов калибра 9 миллиметров. Пули попали точно в цель. Минувшей ночью на севере Москвы убили 2 человек. Преступление произошло на парковке возле жилых домов, неподалеку от станции метро Алтуфьево, около 2 часов ночи. Жильцы, которые вот ночью вот спали плохо, они вот услышали то, что сначала был выстрел, потом был крик. Крик был мужской. И потом уже произошла серия выстрелов, после чего уже все затихло. И у меня вот отец приехал 2 часа ночи, то есть он здесь ничего не слышал, не видел. То есть он приезжал, уже было пусто, но произошло это где-то в 1:30. Видео хладнокровного убийства прислал наш гражданский корреспондент. По предварительным данным, злоумышленники 3 раза выстрелили 27-летнего Андрея Комиссарова, еще 2 раза 22-летнюю Ларису Тарнавскую. Девушка пыталась спастись, она побежала в сторону парка, но убийцы не дали ей скрыться от полученных ранений. Жертвы скончались на месте. Полиция уже возбудила уголовное дело по статьям убийства 2 и более лиц и незаконное хранение оружия. Стражи порядка выяснили, что киллеры были плотного телосложения, одеты в темное, а с места преступления скрылись на белой иномарке. Модель не уточняет. Вероятно, и мотив убийства – это месть конкурентов. Впрочем, следователи проверяют и еще несколько версий.